друзья! Сегодня воскресенье, мы с Айханом едем в кино. Воскресенье у нас всегда такой расслабленный день. В кино на Дом Латаши в Алании есть два кинотеатра. Один в торговом центре Аланию, второй на Дом Латаши. И на Дом Латаши сейчас в прокате целых 4 фильма на английском с турецкими субтитрами. Не с дубляжом турецким, а с субтитрами. В общем, поедем вместе с нами, покажу вам, хотя я вам уже показывала в других видео, как и что есть в турецких кинотеатрах, но сегодня покажу вам еще раз. Ну и расскажу, есть ли русские фильмы, бывают ли они в прокате. Ну, в общем, все самое интересное, что увидим сами. Поэтому оставайтесь с нами. Мы уже доехали до кинотеатра, но карточки в кинотеатре, к сожалению, не принимают. Находится он на Дом Латаши, этот кинотеатр. Называется Örnek, Дом Латаши, Örnek Sinemaları. И, друзья, карточки не принимают, только наличка. Айхан побежал в банкомат. Ну, а я покажу вам, как выглядит этот кинотеатр. Находится он прямо за аквапарком. Сейчас здесь в прокате идет, по-моему, 8 или 10 фильмов. Есть турецкие, как я уже говорила, с турецкими субтитрами на английском языке. И находится этот кинотеатр прямо за аквапарком. Давайте сейчас сначала, прежде чем мы зайдем вовнутрь, мы посмотрим, что же происходит в аквапарке и есть ли здесь народ. Ну, в общем, народу в аквапарке нет. Это аквапарк уже давно нужно перестраивать, модернизировать. Народу очень мало. И билет в кино стоит, по-моему, 13 лир. Здесь 6 салонов. И билет в кинотеатр стоит 13 лир на ребенка. 12 лир. Покупаете на кассе. Мы идем вот на этот фильм, как индиец поехал в Париж, нашел там свою любовь. В общем, какая-то комедия интересная. Здесь на входе есть вот такой вот ларечек, где можно купить разные шоколадки, всякие чаи и так далее. И дальше салоны 4, 1 и так далее. В общем, кинотеатр небольшой. В Аланиуме точно такой же. Ну и, конечно же, здесь есть туалет. У нас 6-й салон. И представляете, друзья, на этом сеансе только мы вдвоем с Айханом, потому что вот наш салон. Потому что фильм на английском языке. Салончик здесь вот такой вот небольшой. Ну, в общем, будем сейчас вдвоем сидеть в кинотеатре. To keep out of trouble. You can't keep doing this. You can't keep getting into trouble. But I was very young. My mother always denied the fact that I ever had a father. She claimed I was some kind of miracle. Why is it always so long? Hurry! There are no TV and no internet. My whole world stretched from my cousin Batuk's house to my cousin Bim's house. Кинотеатров является то, что посередине сеанса бывает перерыв. 15 минут посередине каждого сеанса можно встать, пойти взять чаю, купить что-то попить, покушать. В общем, кино обрывается на самом интересном моменте, посередине, и через 15 минут опять продолжается. Мне кажется, ни в какой одной стране мира такого нет. Ну, в Турции, вот видите, в кино, как в театре. Не знаю, с чем это связано, наверное, с какими-то национальными особенностями. В общем, зал у нас пустой, с Айханом мы одни, никого нет. И фильм очень классный. Как посмотрим, как закончится сеанс, я вам расскажу, как же называется этот фильм. И, возможно, в кинотеатрах в России он тоже... кофе в Starbucks, и теперь здесь появилось новое кофе, называется оно
Называется оно вот так вот. Айхан тут. И Айхан должен прочитать вот это название очень быстро. Хызлыоку. Жуанда умусха нана. Так рад. Жуанда умусха нана. Чё хызлы? Жуанда умусха нана. Аферин. Молодец, прочитал быстро. Туристы смотрят футбол и, по-моему, болеют за русских. Геша, давай, стой! Играет Россия с Испанией. Российские туристы смотрят матч. А? Друзья, вы также хотели знать, что Айхан думает о чемпионате мира? Вот сейчас мы и узнаем. Айхан. Favori Brezilya ve Hırvatistan. Benim favori bunlar. Ama Rusya'nın da şansı var. Çünkü kupa Rusya'da yapılıyor, o yüzden onun da şansı var. Ama ben Brezilya veya Hırvatistan kupa alacak diyorum. Bence. Neden Türkiye şeyde değil? Gidemedik, elendik. Neden? Kötüydük. Ama önümüzdeki sefer Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz, biliyorum. И вот так вот, взяв кофе, мы любим с Айханом гулять по набережной. Сейчас мы находимся на Домлаташе. Заходит солнце, очень красиво. В общем, идем к морю. Ну и, конечно же, покажем вам. Самим нам интересно, что там есть на пляже. Вот такая вот здесь, друзья, у нас красота. Заходит солнце. Прохладно, не жарко. Супер, самое время взять кофеек, лимонадик и вот так вот прогуливаться по пляжу или просто сидеть на пляже, отдыхать. Дышать морским воздухом, в общем, наслаждаться погодой, Аланьей. Очень здорово. Сейчас, когда в Алании лето, ну вообще лето, июнь месяц, когда очень жарко, самая классная температура воздуха после 7 часов вечера, уже не так жарко и очень-очень комфортно. Посмотрите, какая у нас здесь красота. Здорово. И вода уже, конечно же, тоже очень-очень-очень теплая.
Oraya gidersek ben masa tenisi oynayabilirim. А еще на Домнаташе есть вот такой вот красивый парк с фонтанами. Очень комфортная, друзья, приятная погода. Просто обалдеть. А ночью, кстати, этот фонтан, в этом году я не видела, его подсвечивают. Выглядит он очень красиво. Кто был в этом году на этом пляже, отдыхал здесь, напишите обязательно, подсвечивают ли этот фонтан. Насколько я знаю, его подсвечивают. Ну, народ после дневной жары выбрался на улицу, так же, как и мы, отдыхает и наслаждается самым приятным временем в Алании. Ой, красота! Глаз не оторвать. Сколько сюда не приезжай, сколько здесь не живи, Алания настолько прекрасна, что глаз не оторвать вообще. А еще, друзья, на улицах Алании можно встретить очень много средств передвижения. Например, вот что-то вроде зад от машины, как в Формуле-1. А на самом деле это мотоцикл. Представляете? Вот так вот он выглядит спереди. Я не знаю, какая это марка, но это, наверное, какой-то индивидуальный дизайн на двух человек. Ну что, дорогие друзья, вот такой вот насыщенный у нас состоялся воскресный вечер. Мы сходили в кино, мы сходили, попили кофе, посмотрели, как русские болеют. Ну и самое главное, посмотрели закат на Клеопатре. Вот за нами также находится детский парк. Вы его знаете по моим другим Children видео. Park. Children Park. Встретили подписчиков на пляже, которые завтра улетают. Сидели, прощались с морем. Познакомились с очень интересной парой из Германии. Ну, в общем, друзья, Алания просто такой необыкновенный город, необыкновенный. Поэтому вы тоже сюда приезжайте обязательно, наслаждайтесь морем, солнцем, вот этой вот всей красотой, которая окружает нас. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Айхан говорит до свидания. До свидания. До свидания. Пока-пока. И, возможно, до встречи на улицах Алании. Да, по-турецки до свидания будет. Гюрюшурюс. Гюрюшурюс по-турецки гюрюшурюс. Алания, Алания, приезжайте в Аланию. Всем пока-пока.